откуда ты знаешь, где слабое место? Терпение, Вару. Скоро поймешь. Дай руку. Тот, что справа, твой. Скорее ко мне! Тут враг! Вот. Видишь то хранилище? Ты видишь тех демонов? Соберись, Вару.
У них в хранилище огнежар. Его там очень много. Если взорвать, ни от этих машин, ни от стены ничего не останется. И тогда наши воины ударят. Отсюда не достать. Подойдем поближе. Я подойду. А ты назад. Изложи Соне план и проведи их на ту сторону. Хорошо. И когда стена рухнет, я первым войду в пролом. Осталось только этот план воплотить. Если сделаю это потихо, будет гораздо проще. Заметили. Надо поджигать огнежар. Надо скорее поджигать огнежар. Отсюда уже можно стрелять в огнежар.
Богиня, узри нашу победу! Кровь пролита за кровь. Запомните этот день войны. Твои слова до богини в уши. Да, запомните. Готовимся уходить отсюда. Стрелы и копья бросьте гнить в телах убитых. Все равно их уже ничем не очистишь. Все кончено. Больше они никого не убьют. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Как увидели меня через его визор?